На этой неделе в программе «Место встречи Иерусалим». Решимость довести дело до конца. Иерусалим готовится к наступлению на Рафах. Сила материнской любви. Рэйчел Голдберг говорит с мировыми лидерами о тяжелом положении заложников. Кроме того, мы рассмотрим стратегию Хамаса по использованию заложников для устрашения наций и обеспечения политической нестабильности. Десятки тысяч людей получают Аароново благословение у Западной стены. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим», я ее ведущий Крис Митчелл. Израиль ведет борьбу на нескольких фронтах, от сектора Газы до ливанской границы. Несмотря на неодобрение администрации Байдена, Израиль намерен продолжить реализацию своих планов по уничтожению Хамаса в Рафахе. Перед началом военных действий Израиль устанавливает тысячи палаток, чтобы уберечь мирных жителей. Операция также направлена на спасение оставшихся заложников. Хамас уже более 200 дней в нечеловеческих условиях удерживает в Газе 133 человек в заложниках. Пока Хамас их не освободит, Цахал будет продолжать преследовать террористов повсюду в Газе. Это призыв к немедленному действию. В наших усилиях по поиску заложников мы не оставим камня на камне. Президент Байден и лидеры 17 других стран, чьи граждане находятся в заложниках у Хамаса, выступили с совместным заявлением. Они призывают Хамас прийти к соглашению и освободить заложников. На северной границе Израиля Цахал ведет серьезные бои с Хизбаллой. На этой неделе Израиль нанес по Хизбалле десятки авиаударов, а министр обороны утверждает, что за время войны израильтяне уничтожили множество высших представителей Хизбаллы. Половина командиров Хизбаллы в Южном Ливане уничтожена. Это люди, которые отвечали за наступательные действия и стремились причинить вред гражданам Израиля. Администрация США все еще занимается борьбой с пропалестинскими протестами в кампусах колледжей, которые поддерживают Хамас и носят антисемитский характер. Толпа скандирует «Израиль прочь из Палестины». Одним из движущих факторов антиизраильских настроений молодежи, по-видимому, являются видеоролики в интернете и в ТикТок. Сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер в интервью новостям CBN рассказал о том, что в подавляющем большинстве случаев эти ролики поддерживают режим аятоллы. Был проведен независимый анализ, который показал, что на сайте ТикТок количество палестинских постов составляет 54-1 по отношению к израильским. Признайте, что американская молодежь может быть настроена 80-20 в пользу палестинцев, но не 54-1. Но христиане демонстрируют свою поддержку Израилю. В четверг вечером лидер поклонения Шон Фойхт и другие христиане собрались на марш возле кампуса Колумбийского университета. Фойхт рассказал Билли Халуэлу из CBN, что они пришли, потому что движение протеста в кампусе началось именно здесь, а затем распространилось по всей стране. «Мы хотим отправиться туда, где все это началось, и сказать «довольно». Мы поднимаемся, мы идем, чтобы принести свет. Мы идем, чтобы сказать, что не потерпим помыкательства нами. Мы поддержим наших еврейских братьев и сестер». Адель Ремер – одна из выживших в кибуце Нирим. Вчера она рассказала о своих переживаниях президенту CBN Гордону Робертсону. Смотрим сюжет. С каким посланием вы обращаетесь к Америке сегодня на фоне протестов в студенческих кампусах? Что вы об этом думаете? Знаете, в нашем кибуце живут миролюбивые люди. Это люди, которые в знак мира протягивали руку помощи, доставляя в больницы жителей Газы, которым требовалась медицинская помощь. Это те люди, на которых они по какой-то причине посчитали нужным напасть и уничтожить. Когда они кричат «От реки до моря, Палестине волю» — это боевой клич геноцида. И я не сомневаюсь в этих словах. Америка должна пробудиться сейчас, потому что Запад на очереди. Они не остановятся на Израиле. Это сейчас их цель — Израиль. Американский народ должен быть готов к этому.
Да, я знаю об этом. Я просто поражен тем, что такие престижные учебные заведения, как Техасский, Колумбийский и Ельский университеты, в которых работают вполне разумные люди, покупаются на такую очевидную ложь. А ведь это ложь. Это очевидная ложь. Но вы также должны понимать, что, оказавшись на Ближнем Востоке, вы должны говорить о Ближнем Востоке. Вы не можете говорить о Западе. Все эти протестующие не понимают, каким исламский джихад видит Запад и что они собираются делать. Эти люди — это нацисты 2024 года. Они хотят захватить западный мир, ввести законы шариата. Они хотят захватить все, что мы построили в Израиле, а затем и то, что создала Америка. Иногда кажется, что наше собственное правительство хочет, чтобы мы каким-то образом поверили, что оно не такое, каким пытается казаться. Меня удивляет, что они не говорят об этом. У меня есть доступ к арабским переводам, и когда они говорят по-английски, то они говорят одно. Когда они говорят по-арабски, то говорят совершенно другое. Таким образом, скрываются реальные сообщения. И неважно, республиканец вы или демократ. Президент Буш после 9 сентября заявил, что ислам означает мир, но это не так. Он означает подчинение. И если вы не подчинитесь шариату, то они нападут на вас. Знаете, я всегда была уверена, что подавляющее большинство людей по ту сторону забора хотят того же, что и я, чтобы у них была еда на столе, а их дети были в безопасности. 7 октября моя точка зрения изменилась. Я поняла, что ошиблась в цифрах, потому что в мой кибуц и окружающие общины пришли не только нухба, вооруженные боевики. Там были обычные люди, мужчины, женщины, дети всех возрастов. Они пришли грабить, рушить и уничтожать. А мы с сыном сидим, взявшись за руки, и в этот момент я думаю, где же те добрые жители Газы, с которыми я общалась раньше? Когда-то я проводила образовательные мероприятия для тех людей, которые, как я тогда считала, должны были донести до взрослых и до детей, что люди с нашей стороны границы не желают им смерти. Они хотят сотрудничать, общаться и жить как добрые соседи. Таких людей почти не осталось. Хамас воспитал целое поколение в духе ненависти к Израилю. И они сделали это за счет наших налогов. Я имею в виду БАПОР. Они управляют всеми школами. Но мы этого почему-то не замечаем. Где же надежда? Как бы странно ни было говорить это, но я думаю, что какой-то проблеск надежды появился в тот момент, когда Иран запустил прямую массированную атаку. Похоже, соглашения Авраама помогают и другим странам, которые хотят мира. Я думаю, что Иордания действительно хочет мира. Они помогали Израилю защищаться от этой атаки. Саудовская Аравия, к моему полному изумлению, публично заявила, мы тоже присоединяемся и не позволим подобному случиться. Так есть ли надежда? Где ее искать и как победить идеологию ненависти? Верно. Та суббота, когда на нас обрушились ракеты, стала удивительной в том плане, сколько помощи мы получили и насколько неэффективными в итоге оказались эти пугающие ракетные удары. А надежда? Когда живешь в Израиле, просто невозможно не оставаться оптимистом. По-другому никак. Так что я вернусь домой, отстрою все заново и сделаю все еще более прекрасным, чем было до того. Это и станет моей местью. Это станет моим способом заявить, что террор не будет управлять моей жизнью.
Отличное интервью. Если вы хотите принять участие в восстановлении кибуца Нерим, то, используя ссылку, которую вы сейчас видите на экране, вы можете внести свой вклад через Еврейский национальный фонд США. Кроме того, вы можете найти ссылку на сайте CBN. Там нажмите «Израиль» и найдите страницу, на которой рассказывается об Адель. Там есть прямая ссылка, которая приведет вас на сайт Еврейского национального фонда. Далее в программе Рэйчел Голдберг обращается к мировым лидерам с призывом вернуть заложников. Хамас выпустил пропагандистское видео с заложником Гершем Голдберг-Полином. В своем заявлении его родители Рэйчел и Джон сказали, что увидеть его живым стало для них облегчением. Они передали сыну: «Мы любим тебя, оставайся сильным и выживи». Вот вторая часть нашего интервью с Рэйчел. Считаете ли вы, что США делают все возможное, чтобы вернуть вашего сына? Не только администрация, но и члены Конгресса оказали нам поддержку и предоставили доступ к прозрачным источникам информации. На данный момент мы встретились более чем с 50 сенаторами. Мы встречались с президентом, со многими губернаторами и членами американского правительства, которые дали понять, что этот вопрос двухпартийный. Восьмерых американских граждан до сих пор держат в заложниках. Троих из них, к несчастью, уже нет в живых. Все ли делают все возможное? Хотелось бы в это верить. Я молюсь и надеюсь, чтобы это было так. Я всегда говорила, что нужно сохранять надежду, а в этой ситуации и подавно. Я молюсь о том, чтобы было сделано все возможное. Вы были в ООН, встречались с Папой Римским. Как вы считаете, они осознают суть ситуации? Я запомнила момент, когда мы разговаривали с Папой Франциском, и я показала ему видео с похищением Герша. Он сказал: «То, что вы пережили, это терроризм, а терроризм — это отсутствие человечности». Это было очень мудро, меня это вдохновило и утешило. Когда я выступала в ООН, я старалась просто рассказать историю обо всех нас, о человечестве. Мы все сейчас страдаем, я это хорошо понимаю. И всегда очень осторожно говорю о страданиях тысяч и тысяч ни в чем не повинных жителей Газы. Но мне кажется, что мировое сообщество не до конца понимает, кем были все те заложники, которые до сих пор находятся в плену. 252 заложника происходили из 39 разных стран. Они были христианами, евреями, мусульманами, буддистами и индуистами. Их возраст варьировался от 9 месяцев до 87 лет. Я убеждена, что если бы 7 октября этих 252 заложников захватили и удерживали в Далласе, штат Техас, то уже на следующий день весь мир поднялся бы и придумал, как их освободить. Но в нашем регионе обстановка сейчас очень непростая. И я не думаю, что люди хотят тратить время на то, чтобы понять все нюансы этого сложного, запутанного и болезненного конфликта. Им гораздо проще просто принять одну сторону, черную или белую. И я их понимаю. Итак, вы упомянули о том, насколько важна надежда. Что дает надежду вам? Я действительно верю, что все в руках Бога. И это дает мне огромную надежду на то, что все это закончится просто огромным объемом работы. Нашей семье будет нужно много поддержки для Герша на многих уровнях, как на физическом, так и на душевном, на эмоциональном и на психологическом. Но и в целом в этом регионе нужны реальные решения. Эта ситуация осложнялась на протяжении многих лет. Ирония заключается в том, что многие из людей, которых похитили из кибуцев на границе, были убежденными сторонниками мира и сосуществования. Как вы молитесь за Герша, и как бы вы хотели, чтобы молились другие?
Ну, я молюсь в течение дня. Среди евреев есть люди, которые молятся 3 раза в день. Я совершаю ритуальную молитву 2 раза в день. А потом в течение дня я читаю псалмы об освобождении Герша в его защиту и в защиту других заложников. Я молюсь, чтобы наши лидеры поступили правильно, даже если это потребует огромного упорства и мужества, потому что поступить правильно может быть не в их интересах. И я молюсь о том, чтобы наши заложники вернулись домой целыми и невредимыми. 19 девушек и женщин все еще в заложницах. Предполагается, что они забеременели вследствие перенесенного насилия. Их нужно освободить немедленно. Я думаю, что дело пойдет гораздо быстрее, если ответственные люди наберутся смелости, чтобы сделать все правильно. Далее в программе. Жестокие рычаги. Манипулятивная стратегия Хамаса, которая использует стремление Израиля защитить заложников. Видеоролик Хамаса с Гершем Голдберг-Полином подчеркивает жестокость войны, с которой столкнулся Израиль. Я поговорил с нашим аналитиком по Ближнему Востоку Джоном Вааге о стратегическом использовании заложников, призванном заставить Израиль вести переговоры с теми же террористами, которые праздновали убийство евреев 7 октября. Джон, рад вас видеть. Поговорим о заложниках. Мы только что видели очень трогательное интервью с Рэйчел Голдберг-Полин. Такие истории всегда задевают до глубины души, но, с другой стороны, некоторые семьи заложников придерживаются иной точки зрения, нежели Рэйчел. Верно. Это сложный вопрос, Крис. Вчера по пути на ужин я переходил улицу, и там была мама с 9-летней девочкой и ребенком в коляске. Мы переходили дорогу вместе, и там была фотография семей заложников. Девочка подошла и положила руку на лицо одного из заложников. Это своего рода израильское кредо жизни. Лехаим. Каждый стремится сохранить любую жизнь. Проблема возникает, когда Хамас выпускает приуроченное к Пасхе видео, на котором Герша изображают в этой очевидной ситуации с заложниками. И что это? Как реагирует семья? Конечно, как и все семьи заложников, они хотят, чтобы правительство сделало все возможное, чтобы вызволить его и вызволить немедленно. Но есть и другие, которые говорят: «Подождите, мой сын никогда бы не захотел, чтобы я вел переговоры с террористами». Именно это и происходит здесь уже некоторое время, так что это настоящая дилемма. И знаете, правительство, которое ответственно за этот вопрос, начиная с 7 октября, последовательно заявляет, что лучший способ добиться освобождения заложников – это оказать давление на Хамас, а не использовать стратегию отсрочки, которой добивается Вашингтон. Да, с самого начала войны были 2 основные цели – победить Хамас и освободить заложников. Иногда они кажутся противоположными, иногда дополняют друг друга, как в случае военной операции по разгрому Хамаса. Во многих отношениях люди рассматривают ее как способ освобождения заложников. И, кстати, я помню, как брал интервью у отца одного из заложников, который сказал примерно то же самое: «Не ведите переговоров, мой сын не хотел бы этого». И, похоже, существуют разногласия между группами, теми, кого Белый дом и Госдеп используют для оказания помощи семьям заложников, и теми, кто в израильских СМИ говорит тише, иногда на иврите, о том, что люди не хотят, чтобы решение о переговорах принималось без учета их мнения. Солдаты делают то же самое, когда они пишут письма, то говорят: «Если со мной что-то случится, не ведите переговоры». Как вы и сказали, Хамас, похоже, использует эту любовь Израиля к жизни. Это сила, но они также используют ее против Израиля, как слабость. Не только евреи, но и христиане по всему миру должны учитывать в своих молитвах, что идет информационная борьба, которую террористы используют как реальное оружие, и молились о том, чтобы все, кто это финансирует, были разоблачены. Да. Да, это отличная мысль, Джон. Знаете, на днях кто-то говорил, что можно сказать: «Верните их домой немедленно», что возлагает ответственность на правительство. Или «Отпустите их», что возлагает ответственность на Хамас. Точно, именно.
Как, по-вашему, люди могут молиться за семьи заложников и за Израиль прямо сейчас, когда идет подготовка к операции в Рафахе? В информационной войне множество фронтов. Теперь и физическая битва происходит не только в Газе, но и с Хизбаллой на севере и с самим Ираном. Так что молитесь за все эти физические и информационные фронты, чтобы правда стала известна, чтобы не было морального эквивалента между террор-группировкой Хамас и правительством Израиля, которая делает все возможное, чтобы вести войну, соблюдая моральные принципы и при этом достичь своей цели – уничтожения группировки, которая убивает свой собственный народ. Далее в программе. Тысячи людей получают Ааронова благословение у Западной Стены. Несмотря на войну и последние слухи, в эти дни Песаха десятки тысяч евреев пришли к Западной Стене, чтобы помолиться и получить особое благословение. Корреспондент CBN на Ближнем Востоке Джули Стал рассказывает, что в этом году в центре внимания были заложники и их семьи. Более 30 тысяч человек приняли участие в благословении священников Биркат Каханим. Они также взывали о возвращении заложников и мире для Израиля. Евреи со всего Израиля и всего мира пришли сегодня к Стене Плача, чтобы молиться и получить благословение. К ним также присоединились некоторые семьи заложников. Мы пришли к Западной Стене, чтобы совершить священническое благословение. Раввин Западной Стены пригласил нас послушать благословение священника и передать силу этого благословения Илье и всем заложникам, которые находятся в Газе. В книге чисел Бог дает Моисею и Аарону эти слова для сынов Израилевых. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Хотя благословение Аарона является ежедневной частью еврейских молитв, публично это происходит дважды в год, во время Суккота и Песаха. Благословение провозглашают мужчины из рода священников. Последнее коллективное благословение произошло во время Суккота, за несколько дней до 7 октября. В тот день террористы Хамаса ранили и похитили сына Сиги Коэн, Элию. Молитвы, которые мы читаем, направлены на то, чтобы все заложники вернулись домой. И это самое главное. Потому что только один наш Святой Отец Небесный может вернуть их нам. Помимо молитв за заложников, прозвучали молитвы более чем за 100 тысяч израильтян, которые были вынуждены покинуть свои дома, за раненых, за семьи погибших, за солдат Сахала и за безопасность Израиля. В этот месяц Нисан, в месяц искупления, когда народ Израиля был искуплен, мы молимся о том, чтобы с Божьей помощью он был искуплен снова. Мы молимся Богу, чтобы Он искупил всех заложников, дочерей, сыновей, чтобы с Божьей помощью они вернулись домой целыми и невредимыми. Раввин Шмуэль Рабинович поблагодарил Бога за то, что Он поддержал Израиль во время ракетной атаки со стороны Ирана. Он добавил, что Бог сотворил чудо для Израиля, когда вывел его из Египта, и Израиль должен оставаться благодарным. Джули Стал, новости CBN, Западная Стена и Иерусалим. Честь Песаха. Уникальный еврейский хор исполнил псалмы в еврейском квартале Иерусалима, чтобы приблизить людей к Богу. Репортаж корреспондента CBN на Ближнем Востоке Джули Стал. Песни этого хора обращены к тому дню, когда будет восстановлен еврейский храм. Хор левитов — часть храмового института, который занимается созданием третьего храма, и все члены хора из колена Левия. Тексты песен относятся ко временам храма. А мелодии, некоторые из них новые, а некоторые более древние. В хоре, основанном около года назад, около 30 человек, а руководитель хора Ицек Вайс говорит, что большая часть музыки — это псалмы. Наша цель — создать хор, который наконец-то исполнит все те песни, которые пели в Бет-Мигдаше, в храме. Вайс рассказал нам, что они сочиняют новые песни, как сказано в Псалме 96. «Воспойте Господу песнь новую». Он говорит, что в наши дни многим людям неприятна идея убийства животных,
для жертвоприношения в отстроенном храме. Но музыка — совсем другое дело. Через песню и музыку можно донести все, что угодно. Мы подумали, что никто не отрицает, что музыка приносит людям пользу и помогает им сблизиться духовно. И даже во время войны цель остается прежней. Мы хотим помочь людям почувствовать себя лучше. Это наша единственная мотивация. Джули Стал, новости CBN, еврейский квартал, старый город Иерусалима. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете подписаться на наше обновление в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мире в Иерусалиме, о защите Израиля, о солдатах Цахала, обо всех тех, кто оказался в опасности и в заточении в Газе. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WePM. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.